Всем привет, привет, YouTube, солнечная Италия на проводе. Вышли мы, это молодец, всю дорогу сама идет, я не спешу. Вышли мы пораньше, с Софией будем идти. Буду отдавать Шанель Софии, потом на себя камеру переверну, сейчас будет неудобно. Я ее накупала, она такая беленькая, все-таки это шампунь, девочки, вот это, которое я... Мы брали как набор, да, вот шампунь, кондиционер и там смывка для глаз. Ну, чтобы глазки мыть. Конечно, вообще просто нечто. Во-первых, мягкая становится шерсть. Не шерсть, это волосы у нее получаются. И у нее, потому что у нее подшерстка нет. Я ей подрезала на лапках там эти волосики. Покупала ее. Фен забыла, София, ладно, завтра принесу. Она мне фен давала собаку сушить, потому что Саша мой забрала. Идем, малыш. Вот она красота. Пизанская башня. Сейчас я ее в коляску посажу. Иди сюда. Иди сюда. Да. Потому что она сейчас там будет, она к туристам... Ну, лезет к ногам. Хотя сейчас мало. Сейчас раннее утро. У нас вроде как обещают похолодание, если я правильные новости смотрю. Потому что я не знаю, где я это нахожу все. И я не поняла, что случилось в Болонии. Какой-то взрыв был. Или это старое видео. Может, кто там в новостях смотрел. Даже не знаю, у кого спросить. Может быть, сейчас кому-нибудь... Сейчас к Софии зайду. Додолбаюсь кому-нибудь в баре. Может, кто-то скажет. Я не могу понять. Да, Шанюль? Если ее не вводить в парк, чтобы она играла с другими собаками, а вот типа просто вот вы вышли с собачкой погулять сзади дома, да, там, чтобы она свои дела сделала, тогда она у вас будет белая. Если же, как София с Джорджем, утром, вечером, там по час вводят ее в парк, и она гуляет с другими собаками, естественно, это там и слюни, и пыль, там в парк такой какой-то, ну... Там какой-то парк у них немножко, ну, такое. Собаки роют ямы, понятно, там больше пыли, чем травы. Но зато около дома. Она будет, всегда будет темная. Ее купать надо будет. Там все равно раз в неделю. А толку? Пыль на нее все равно ложится. Сейчас, конечно, когда ее на руки берешь, прямо так от этих волос, от ее пахнет вкусно. Мы сейчас здесь придем, и я ее там потом опять опущу. Нет, пока никого не слушайте. Надо будет вас туда сводить. Сейчас же, я не думаю, уже отменили грим-пас. Это что-то тоже надо было с грим-пасом на Пизанскую башню. Я все вам обещаю, что я вас туда свожу. Хотя для меня это такое будет, знаете, там вот это подниматься, это капец, конечно. Потом поднялся еще на крыши домов, посмотрел на красные. Красные крыши домов, все. Ничего не увидите больше. Я ей здесь немножко подстригла, смотри. Вот здесь вот. Святослава мне скинула, там ссылка под Святославу и на Софиин канал. У меня под видео в закрепленном комментарии. Меня еще спрашивали, это кто такая Святослава, дочка моя старшая. И, кстати, мы вчера с ней разговаривали. Я, ну, говорю, а что, теперь уже нету этого, вот, как вы приезжали, от этого проекта для украинцев? Она говорит, есть. Поэтому, кто спрашивал, пожалуйста, она сказала, что есть еще этот проект для беженцев с Украины в Америку. По-моему, у нее даже видео было. Ей нравится в коляске все-таки, повторюсь, София права, коляску, коляска нужна. Если идешь, особенно вот как они ездят на море, она устает идти там, или раскаленный асфальт. Коляску посадила, все, потому что я хотела Софии отжать коляску, в том плане, я думала, ну, выросла собака, нафига вам она нужна. Нет, она нужна. Коляска очень удобная. Ну, значит, надо будет Дэну брать коляску. У нас, получается, с ним будет прививка, вот, по-моему, 5 числа. И 5 числа надо деньги приготовить. И 5 числа придут чип, ему сделают. Пойдешь ножкой? Иди сюда.
Идешь, ножка? Ой, какая ты красивая, боже, какая ты классная. Мне тоже сегодня Слава фотографию выслала, или вчера. А я сегодня прочитала, потому что разница со временем. Она говорит, такая у тебя собака? Я говорю, да. Она говорит, красивая. Идем. Не хочешь идти? М? Петя в это платье влезла. Не хочешь идти, малыш? Или пойдем? Так. Ой. Коляску попросилась. Деловая такая сидит, стоит, то ляжет. И люди так улыбаются, воспринимают ее так, когда она стоит. Она так еще как-то лапы свесит. Ага, вот так вот. Лапы свесит и стоит. И люди идут. Прям, представляете, с самого утра человек идет, идет и улыбается. Шанечка, ты улыбку всем даришь с этого утра. Сейчас я ее там отпущу, где будет хороший асфальт. Сама попросилась в коляску. Просыпается город и начинает уже это 9 утра. Церквушечка. И начинает палить солнце вообще просто. Да, мой хороший? Лена, надо будет коляску присматривать. Эту мы взяли, она была оферта дня. Ну, типа, скидка дня. И нету машин. Скидка дня. И мы тогда ее взяли со скидкой, коляску эту. А сегодня утром я смотрела, опять появилась Лаура Биаджоти. Вот так у нас мусорки меняют, видите? Лаура Биаджоти. Опять появилось постельное белье. Два комплекта очень красивые. Тоже со скидкой оферт, ну, оферта дня. Видите, как ставят. Сейчас. Может, надо еще попасть в центр. Это который мусор под этим. Мусорные баки убрали. Красиво теперь в городе. Нет вот этих мусорных баков подземных. Ну, типа подземная теперь мусорка. Я как-то раз снимала. Кто-то написал, ну и зачем оно нам надо? Не знаю, просто. Все, видите. И он поехал вниз контейнер. Боже, и в маске по городу. Люди, что ж вы с собой делаете? Я, наверное, сейчас, если София недолго будет собираться, она, в принципе, на велике. Хотела ей рубашку посмотреть на работу. Черную, с коротким рукавом. Может, в H&M зайдем, если по времени успеем. Вот хоть бери, занимайся постельным бельем. Вот хоть бери, допустим, ну, к примеру, покупаешь ты его за 50, 20-ку, оно стоит там по 70, там по 90 есть евро. А вот если со скидкой купил комплектное белье, 20-ку накрутил себе, да, ну, как за работу, за все это. И все, и переслал, кому надо. Ну, кто заказывает. Как-то ж люди, ну, зарабатывают. Но я не умею, я не коммерчалистка вот это. Не мое, не умею я. Не понимаю я. Я привыкла руками работать или ногами. Ага, здесь такой этот самый пол. Трясучка такая с этим полом. Ну, асфальт я имею в виду. Сейчас я вот туда перееду, сейчас я ее там пущу. Она сейчас узнает дорогу. Сейчас мы там выедем на этот самый, на сплошную. Она дорогу домой узнает. Иди сюда. Стой. Лапу дай. Пошли. София, здесь кулюшки и собирать какашишки. У меня раньше, когда собаки не было, так вот идешь по асфальту, такая куча огромная. Я думаю, блядь, в центре города, а так вот куча. Думаю, кто-то человек шел, снял штаны, сел ночью, говорю, посрал. Но я так думала, я не понимала, что это. Ой, ой, собаку видела. Я не понимала, что это собаки так. Ну, такие, знаете, сколько, аж трое, видно, разводят, ага, две девочки, мальчик. Смотрите, вот София на велике поехала. У меня или повышенное давление, или пониженное, меня второй день колбасит. Сережка одела, которую София взяла. Кто-то София, говорю, давай я поеду. Она говорит, мама,
мне ж худеть надо, не тебе. Я говорю, так купи себе велосипед. Она мне говорит, а зачем покупать? Посмотри, говорит, новый валяется велик. Говорит, говорит, если бы Джордж нашел, говорит, он бы его взял бы. Говорит, моя мама говорит, садись и едь. Что, ехать на нем? Да. Ты что, гонишь? А как он здесь оказался? Может, его украли, а потом бросили. А сейчас меня там остановят, нафиг оно надо. Потом не докажу никому. Говорит, мама, так еще к слову, я говорю, да, я поеду чуть-чуть. Она говорит, зачем? Какие проблемы? Вон велосипеда, говорит, бери, едь. Мам, бери. Не-не. Ты ж теперь работаешь, бабки зарабатываешь, кэш. Купи себе велик. А я себе заберу свою BMW. Не знаю, меня колбасит или... Я не могу понять, надо кока-колу выпить. Пониженная, чи повышенная, не могу понять. Я не разбираюсь в этом, но колбасит. Чи это мини-пауза, бляха-муха, я не знаю. Пятый десяток же все-таки. Я там, я здесь, какая разница? Я хочу ей рубашку посмотреть. А нельзя там сесть? Это ж я специально купила, когда велик, и купила эти корзины и взад поставила, чтобы никого, малые не возили. А теперь уже как бы и хочется, чтобы, знаете, там присесть. Вот она два раза на день. Утром, да, до 4. Там домой уезжает. И потом вечером, не знаю, во сколько она приходит. Потому что нам писали, как вы собаку оставляете до 12. Ну, какую до 12 ночи собаку? Джордж приходит с работы. Она на обед приходит. Что? Где вы это находите вообще? Красивый этот балкон. Шикарный. Это ж, видите, в один тон посадила она все цветы. И смотрится очень красиво. Если была я бы налепила все цвета радуги. Вот видно, у нее два балкона. По-моему, даже написано, что продается или нет. В окошке там женщина. А нет, это не женщина, это горшок. Я думала, голову. Я вроде вчера в новостях смотрела, что вроде как температуры должны прямо вот упасть до минимума. Окей, перфект. Если прям не зима начнется. 10 утра, жарюка просто. Так в 4 вечера или в 5 вечера бывает, что такое впечатление, что час дня, насколько воздух раскаленный. Видите, старички сели, сидят. Рядом Софья на велосипеде. Вот это мой вариант, конечно. Коробки выбрасывают сегодня на завтра. Ортопедическая обувь. Здесь, кстати, классные сумки были на витрине. Это магазин, этот самый, как он называется. Где Софья, не могу понять. Карпиза. Чего она у меня? Может, она уже проехала? Я хотела, чтобы она зашла сюда, где-то тут рубашку мы посмотрели. В обеде, видите, туфли добавились. Ботинки. Куда она? Где она пропала? Можно было зайти здесь посмотреть.
туфли здесь брала, помните, цена на них так и не опускается. На 20 евро дешевле стали, и все. О, какие вот эти шикарные. О, мой каблук прям вообще красотень. Я раньше здесь брала у них шлепки кожаные, Джанет. Ой, я на остановке когда стояла, ко мне прям женщины подходили, комплименты делали. Говорят, где вы купили такие? Красивые были. Жвачку пришлось жевать, Маша. Не поймешь, что у меня. Дома полы стоят. Вчера стояли. Сегодня собаки их это обделали мне. Ну, они на клеенку ходят, но я имею в виду все равно. Такая блондинка симпатичная. Я в эту манку вообще никуда не захожу. Не могу понять, неужели София? Уж она упала, бедная. Какая красота. Посмотрите. Я здесь кардиган была. Сейчас она посмотрит, если есть такие. Я хочу такие ботинки. Нету всех размеров. Это 40-й. Палец прям вот он. Очень удобный, потому что сделаны как калоша. Нога прям встала и стоит. Что, Марина, надо брать под носок, будет нормально. 39-й. Не надо. Не надо 39. Прям видно палец. Господи, смотри, реакшн. Не нравится? А мне нравится. 40-й я взяла, 40. Можно было 39-й, но я потом не знаю, как я в 39-м буду. Хорошие. Легкие. Кажется, что тяжелые легкие. Я их увидела еще. Нет, сейчас со сконтом они 30 с чем. 31, по-моему. Там есть Аскантрину. Посмотри, там этот. Стоили 40 с чем-то, там, по-моему, на них было написано. Я без коробки взяла, чтобы коробку не тащить домой. Сейчас они со скидкой. Сколько? Senza marca. Costano uguale a questi della Puma che ce l'ho io. Она говорит, они стоят точно так же, как у меня пумовские ботинки, ну, туфли. Но они красивые, потому что там подошва красивая. 32. Ну, хорошо, на весну буду бегать, они беленькие, хорошенькие. Не нравится? Insomma. Grazie mille, grazie molto gentile, grazie. Хотела показать, смотрите, какая красивая это. Печендене. 29.99. Платьишко такое. Блядь, живот закрытый, в принципе. Может, померить? Наверное, мне будет некрасиво. Я же уже как бы взрослая женщина. Это все Элка. Что-то такое вообще уже, девочки. Ну, что-то такое. Кусок тряпки, блядь, честное слово. С этими масками задолбали. Я когда смотрю на людей в масках, я не могу понять, вам что, блядь, дышать не хочется. Софи! На вот рубашки. Поскольку они здесь? По 20 евро. Стой, смотри, вот белые. С такими вырезами, смотри. Возьми, померяй. Просто что рукава длинные. Sì, ma non mi piacciono questi, voglio la mia. Гладить надо будет. Так, самый любимый отдел – это лазить в пижамах. Кстати, рубашка. Софи! А сколько она здесь? Ну, не по 20 евро. О, видите, подошва какая. А где вы пошел? Сейчас у нас модно так. Пижамы. Это мои самые такие бабские трусы, обожаю. Они какую-то создают, не знаю, теплоту в маточной энергии. Не знаю, почему мне так кажется. Так. Видите, самое и, по-моему, что шортики. О, да, шортики. Очень красивая пижама. Стоит нормальная цена вместе с шортами. То есть это комплект 20 евро. Единственное, что шортики прикольные, классные. Но длинный рукав. Но в такую жару у нас просто. Но если только покупать, обрезать. Но красиво очень. Материал такой прикольный прям вообще. Так. Где Софья? Русские за стенкой, смотрите. Вот это, если бы не свисала на спине. Мне нравится. Тебе? Легкая материал.
Да, хорошо, хорошо. О, не жарко будет. Хорошая сумка, мне такие нравятся. Рубашка черная неплохая, белая одна хорошая рубашка. У нас сейчас, кстати, вот модно. Смотрите, вот эти вот штучки у нас сейчас модные. Только есть красивые-красивые. Пластмассовые такие вот эти кольца. Видите, как красиво сделаны. Сейчас скажешь, детские, нифига. Не детские, молодежные. Черная, я говорю, возьми черный, будешь работать вечером. А днем будешь работать в белой рубашке. Тем более сейчас работаешь постоянно. Прелесть какая, 20 евро, такая маленькая. Можно еще вешать ее на это. Вот такую мне сумку надо, чтобы я не искала там ничего. Телефон положил и все. Захожу в гримерку, ну, мериться. И говорю на русском. Говорю, вообще не понимаю мужиков, которые, что они делают в женском отделе. Закрываю свой рот на мгновение и слышу русскую речь. Женщина, ну, девушка, и это ее парень, оказывается. Стоят, шпрехают там на этом. На русском. На нижнее белье меряет. Он прям туда, прям залез уже к ней в гримерку. Там в гримерке стоят. Плохо штору закрыли. Я прям, ну, видно, что она стоит такая стройненькая. Меряет белье. Ну, все тогда, что. Две рубашки. Это не рубашка. Я все посмотрела, ничего больше. Не, это платье, оно длинное очень. Потому что она приходит, если в две смены работает, рубашку неудобно ей стирать. Джордж стирает. Все, идем на кассу, да? Идем. Девочки, а это просто нечто. Какая она маленькая, да. Элли. Очень маленькая и классная, красивая. Давай, вот такую мне надо сумочку. Да сейчас, конечно. Иди кофту лучше черную поищи. Ой, ну молодцы, красиво сделали летний вариант. Очень смотрится классно. На цепочке она. 39,95. Это Зара. Но я сейчас Софию на работу провожу и зайду полазю спокойно себе. Софья, смотри. А? Что? Не надо кукомеру, это арбуз, типа арбуз. Так, взяли рубашку вот такую красивую. Ну, она, конечно, дорогая. Красиво сделана. София говорит, мама говорит, Элка, говорит, ну, наверное, будет маленькая. Это, вот у меня это Элка. Нет, вот это Элли. Я вот поняла. Не знаю, почему маленькая. Очень красиво. 19 с чем-то. Смотрите, как сделаны ляшечки, брюшечки. София мерить пошла рубашку. На работу, потому что, понятное дело, потеть. Пусть лучше висят. Все мерить надо, на грудь не поймешь, налезет или нет. Сама после работы и посмотришь. Я ничего, не выставлю. Цена хорошая. И рубашка красивая. Та белая маленькая. Плотная, да? Бери вот эту вот, если тем более у тебя уже зеленая. У тебя зеленая какого размера дома? Так, эту тоже бери тогда XL. Софии не подошла рубашка. Вот это вот с этого, с Зары. Я в груди не застегивается, надо XL. Я не знаю, у меня это, блядь, ухо, настроение со вчерашнего дня, с этого уха. Терпеть не могу, когда где-то что-то болит. Какой-то вообще капец. Как вам мои эти самые кроссовки? С розовой подушкой. Тряпочный материал, как джинс белый. И так, знаете, типа 40-й видно на пятке, знаете, как там промежность такая есть, просвечивается. Но купить 39-й будет неудобно мне в нем. Так, ладненько. Что я хотела? Я хотела зайти здесь у мужика посмотреть велосипед. Я как-то давным-давно, еще когда беременная София была, покупала здесь велосипеды. Где-то вот здесь они. Магазин. Может, у него есть какой-то велик бэушный. Эти фиолетовые покрасили. Я нашла на Амазоне классный велик. Да, мне жаба давит. Вроде, ну как, недорогой, нормальная цена. Я имею в виду. Помните, я здесь платье покупала. В Заре есть много красивых платьишек, таких, знаете, расцветка мне нравится, но материал очень плотный, мне будет жарко.
Мне потом, я не люблю, когда меня спину сковывает. Мне вот в это влезло в этом сезоне прям вообще. Девчонки, чтобы загореть, вот спрашивали, что ж вы ходите там толк там раз в неделю, да? Ну, мне надо просто абонемент забить в солярий, добить уже его. Потому что он у меня полгода еще до того, как мы это с тампонами ходили, ну, с тестами. И да, если бы хотя бы через день был бы виден результат. Но я сегодня к ним все равно зайду. Так, конечно, нужно, чтобы это через день, потому что толку. Сегодня сходил, потом они закрыты. Суббота с самого утра, потом в субботу я никогда не хожу. Потом в воскресенье они закрыты, понедельник они закрыты, что толку. Очень классный велик. Вот такой бы маленький. Это детский, наверное. Он здесь где-то был магазин велосипеда. Жоба есть, я видела. О, жоба, да. Вспомни, где. Город маленький, многие на велике передвигаются. Особенно молодежь на работу. Ага, я сейчас не вспомню, где. Сейчас, наверное, спрошу, как здесь до сих пор. То бизнес уже сколько лет ему. Смотрите, какой классный. 300, блин, 300 евро, капец. 300 евро. Блин. Это шо, целое состояние прям. Есть 200, несколько цветов. Без, ну, скорость не меняется. А остальные, которые скорость меняются, 300, которые за 200, там на 20 евро я могу скупить всего лишь. Уже весь комплект, ну и даже с корзинкой. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Не знаю. У того мужика подороже около моего дома. Но, в принципе, цена нормальная, это нормальная цена. Даже если 180, они на Амазоне тоже 180. Дешевле за 135 вы найдете в Карифуре, но не будет ни корзинки, ничего. То есть, в принципе, комплектный уже с... Со светом совсем. Есть такой нежно-зеленый, там еще какой-то там красный. Нет, такой салатовенький, неплохой велосипед. Не знаю. Зато сел, поехал. Жаба давит. Вот розовый. Он говорит, пока, говорит, ничего нету. То есть старые велосипеды есть. Видите, как красиво сделано. Старые велосипеды у него есть, но видно, они их еще не покрасили, не приготовили. То есть он говорит, на продажу, так, чтобы сразу нету. Женщина тоже велосипед искала, говорит, если старый брать, какая цена? От 50 или от 80 евро и выше. Так, ладно, я сейчас пойду позагораю. За угол зашла, потом думаю, не, нифига, давно не звонила. Я президенту этого бардака всего. Алло. Здравствуйте. Президента можно к телефону? Иванова Марина. Иванова. Через И. Не Еванова. Ага. Окей. Здравствуйте. Что у вас тут происходит, я не могу понять. Что за бардак вы устроили, блядь, во всем мире? Да, я это называю бардаком, а как я должна это назвать по-другому? Цирк на дроте. Ну, только одна дрота осталась. Слушайте, давайте как-то это все закруглять будем и решать, потому что мне надо домой туда, к родителям. Нет, не на черешню, боже мой. Можно подумать, так смешно вы об этом сказали. Не на черешню совершенно. Нет, по делам мне надо, по делам. Что значит по каким? Это мои личные дела. В общем, давайте как-то там это все заканчивайте. Давайте как-то все это уже, пусть это все устаканивается, потому что нас это вообще не устраивает. Вы должны помнить, что народ это самое сильное оружие во всем мире. Заколебали, блин. Бардак. Евро, блин, вчера дочери высылала. Евро один к одному с долларом идет. Что это как? Вот так вот 100 выслала евро, а она получила 100 долларов 16 копеек. Это что-то такое вообще новенькое. Да пусть разваливается эта Европа, господи, мне тогда одного места. Давайте там закругляйтесь уже, все. Последний шанс вам даю. Давай. Давай.
Давай, говорю, пока, ложи трубку, давай. Давай, пока, говорю. Помните, я все время ходила, звонила, Мира просила. Ой, господи, испугалась. Досмотрелась на сандалики мужские. Заколебали, мне к папе надо. Что попало? Делися, делися, морбидиссимо, как он пелюше. Антикоколи, Мадонна. Сарула, come sei bella, complimenti. Grazie. Bellissimo. Sedute. Это моя мечта. Спаниель. Вообще я американских люблю. Вот красивая расцветка мне нравится, но в нем очень жарко. Ну, естественно, не на мою фигуру. У меня она такая, знаете, спортивная. Мне вот больше все равно идут... Девочки, пропускайте. Мне больше идут спортивные вещи. Такое я мерила наподобие в этом. Не мое. Спина поехала некрасиво. Только что там женщина встретила. Марина, ты так похудела. Я говорю, да нет, у меня, говорю, вот это мне нравится расцветка, но она очень плотная. Я говорю, да нет, говорю, у меня, наверное, мини-пауза. Говорю, что-то меня, говорю, со вчерашнего дня, говорю, опять то в жар, то в холод, говорю. Не могу понять, говорю. Ну вот, смотрите, симпатичная вот это такое. Сколько оно такое? Блин, а где здесь цена? Что-то я цену не вижу. Можно, кстати, померить.